Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам тит на деревню для Майнкрафта Pocket Edition. После того, как ввели этот тит, в вашем игроке появляется настоящая деревня. Ну и после того, как вы появились в мире, вы должны двигаться в правую сторону, так как я делаю сейчас. И через несколько секунд ходьбы вы найдете вот такую деревню, которая сделана полностью из досок акации. Выглядит очень круто и, конечно, классно. Здесь есть также кузница, вот она. Давайте сходим в нее и посмотрим, что в ней сейчас находится. Ну, а давай, заходи. Заходи. И в ней находится вот довольно много вещей. Это очень классный сит, который переносит вас очень-очень классную деревню. Это, наверное, первая деревня, которая сделана из акации. И это новое нововведение в нашем новом Майнкрафте. Также в новом Майнкрафте вы можете встретить заброшенные деревни, которым все будет сделано из заброшенного забулыжника. И жителей там не будет. Но сейчас я жителей тоже не вижу. Но также здесь будут сделаны вот такие друзья, двери. Я жителей вправду почему-то не вижу. Возможно, они все уже пропали. Но, возможно, они где-то сейчас прячутся. Но такое тоже бывает. Но здесь тоже никого. Ну, сейчас давайте залезем на церковь, и я вам покажу, какой вид открывается сверху этой церкви. Так, ну-ка. Да, вот такой вид у нас примерно открывается сверху. И это вы можете сделать даже в режиме выживания. Ну что ж, вот такой сит у нас был сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.